США намерены и впредь оказывать всяческую поддержку Грузии. Об этом заявила госсекретарь США. Хиллари Клинтон считает, что сотрудничество Вашингтона и Тбилиси сыграет важную роль в интеграции грузинского государства в Североатлантический альянс. При этом глава Госдепа подчеркнула, что власти Грузии с пониманием относятся к нормализации отношений России и НАТО. Наши союзники по НАТО приветствуют договор об СНВ. Именно эти страны находятся на линии фронта в Центральной и Восточной Европе. И они остались довольны тем, что отношения между Россией и США достигли такого уровня. Также отмечу, что Совет Грузия-НАТО призван восстановить доверие. После грузино-российской войны мы по-прежнему намерены оказывать Грузии поддержку. Для наших союзников, особенно на периферии России, очень важно сохранение в уставе НАТО 5-го пункта, предусматривающего коллективную оборону. Неудивительно, что Восточную Европу беспокоит наличие у России тактического вооружения, однако этот процесс не обсуждался на переговорах.